В общем, когда встретилась с подругой, думаешь, ну, полгода не видела человека, она изменилась немного. Думала, ну, не настолько. Вот, в общем, вот такая вот история. А как у вас проходит понедельник? Это тот самый скот, что купается в ванне среди блестящих монет. Все дело в тату, мое дело в ату, и знаю, к чему я иду. Какой ты хрен друг, все время вру. Вот и гнильцо, рука лицо. Я живу, как хочу, а ты нет. Рука лицо. Рука лицо. Васюнка кидает мне фото в деревья. Рука лицо. Рука лицо. Я спускаю бабло, а ты нет. Рука лицо. Угадай, что за пас сделал весь этот трек. Рука лицо. Рука лицо. Бич! Эй, подруга, нету времени объяснять. Живу как хочу, ничего не буду. Меня ты вспоминай, хотя бы иногда помни. Да. Меня ты вспоминай, меня ты вспоминай, меня ты вспоминай, меня ты. Мы дома! Ура! Мама, мама,
слова не знаю. Это не знаю кто. Так, ну и что, сегодня у нас такое доброе утро. Даня, ты всегда вообще просто на Фоксе. Я просто в валенках. Мы сейчас пойдем на улицу жарить мясо. Настроение очень крутое. И, честно говоря, такое чувство, как будто 1 января. Эй, дядя! Дядя, как будто 1 января, я тебе отвечаю. Смотри, давай. Хочу передать подписчикам Игоря. Ёбаный он дебил, блядь. Ребята, отписывайтесь. Все переходите у нас новенькие пилопрессы. В понедельник увидите, как он уходит. Спасибо. Красота. За 2 месяца первый раз так отдыхаем. А тем временем на островах люди не теряют время и просто сходят с ума. Женек, братан, с тобой что? Все, Юлька тебя загнала. Позовите Герца, завтра старенького Герца. Он прочтет и модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк. Колян, твой трек. Подруга, на развороте лука. Немножко не твой формат. Классический авангард. Твоя попа как сажа-серебка, как усталый души. Как звезда Т. Эммануэль, ставлю выше прицела цель. Моя жизнь среди... А вот эта короночка на одной ноге еще, да? Это кубусы его, вот это, короче. Она прям работает. Вот это, надо бежать. Не, ну у нас сегодня 9 месяцев, и ты должен улыбаться. Немножечко, конечно. Ну, пожалуйста. Если ваши отношения похожи на эти, у вас нет отношений. 9 месяцев. Улыбайся, пожалуйста. Что, с 9 месяцев сегодня? А, Зах? Ого. Блядь, с кулака въебало нахуй. Все, это уже ломается. Бьет, значит, любит. Давайте, ребят, давайте выпьем. С 9 месяцами вас. Ладно, я выпью за вас. Так, все понятно здесь. Зачем ты это выпьешь? Зах, покажи еще раз эту хуйню. Давай. Подожди, давай. Вот так вот скучал, да? Все, встретились. Тут происходило кое-что страшное.